Смута хуже, чем убийство. Смута хуже, чем убийство. Почему? Потому что смута, она... Человек убийство, то есть бывает, человек был и нету. А смута, она распространяет болезнь такая, знаете, вот такого вот, такая грязь какая-то. В хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-фитнату хайяту наима, фаман айкадаха ла'анаху Аллах». Фитна, смута, подобно спящей змее. Она спит, спящая змея. Кто ее будет, Всевышний ее проклинает, этого человека. То есть получается, человек, который смуты делает, который бывает такие, вот даже у нас такое выражение есть, там среди молодежи особо фитначи, то есть тот, кто любит фитну распространять. Да, Барчин, да, Сюс? То, что любит фитну, любит всегда, вот все спокойно, но не придет, он что-то начнет поднимет и так далее. Вот такие же были во время посланника Аллаха два клана, Аль-Аус и Аль-Хазрач, в Медине жили они. Друг с другом всегда воевали два клана, их деды воевали друг с другом. Потом они приняли ислам, стали друг другом братьями и так далее, простили друг друга. И пришел человек и начал разжигать среди них фитну. Как вы вместе за одним застольем сидите? Твой дедушка его дедушку убил, а твой отец его отца убил. И опять он им напомнил, и опять началась война. И вот это вот то, что куллама аукаду нара лиль харби атфаха Аллах, то есть как каждый раз, когда они хотели разжечь вот этот огонь войны и так далее, тут же Всевышний Аллах их тушил, то есть на место как бы ставил. Почему? По причине того, что они были вот некими такими людьми, которые любили вот эту смуту, грех и грехи и так далее. То есть как бы Всевышний Аллах их на место ставил.